XX, с вами Бельвикс. Всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу про дочь Белоснежки Apple White из новой серии Epic Winter «Эпичная или былинная зима». Я уже делала обзор на Блонди, Эшлин, Брайер и Мэдалин в этой серии, поэтому если тебе будет интересно посмотреть видео, кликайте сюда, или же ссылка вас ждет уже в описании. Ну а сегодня наше видео посвящено улыбающейся милашке Apple White. Коробка выполнена в форме огромного ледника. Внутренняя и задняя часть коробки украшены чудесной картинкой в холодных тонах с огромным роскошным ледяным замком. Скорее всего, он принадлежит семье Crystal Winter. На коробке новый логотип Ever After High в виде сердца и коронованный Брук Пейдж, который покрыт льдом и снегом. За логотипом спрятался маленький флажок с новым девизом «Яг» – «Там, где принцессы сильны». Справа от куколки изображен тизер мультфильма «Красное ледяное колечко с белой розой внутри» и дневник с изображением персонажа. Подставки и расчески у куклы нет. Ну а теперь давайте рассматривать нашу эверяшку Apple White. Светлый оттенок скинтона Apple никак не поменялся, а вот ее лицо претерпело некоторые изменения. Голубые глаза стали более добрыми и открытыми, а рот расплылся в милой улыбке с красными губками, словно наливное яблочко. Светлые золотистые кудри не спадают до пояса Apple, челки нет. Поверх волос расположились стильные наушники с красным креплением из ледяного узора, а также белый пушок для защиты ушек Apple. Из украшений у куклы только золотистый пояс с сосульками и жемчужинками. Колец и сережек нет. Также к Apple прилагается красная ледяная сумочка на шнурке с бусинками и узором снежинок. Наряд у Apple White Epic Winter очень красивый. Платье с белой грудкой, розовыми рукавами и очаровательным бело-розовым меховым воротником. Конечно же, мех не настоящий. Юбка платья раскрашена в яркий желто-розовый принт с белыми снежинками и обрамляется понизу розово-белым мехом, как и на воротничке. Ножки Apple White молдированы под колготки с ледяным морозным узором и окрашены в нежный розовый цвет. На ножках у Apple также есть красные сапожки, выполненные подвязанные с двумя помпонами. Все-таки расхождение с артом или промо-фото с финальной куклой я нашла, а именно в ее обуви. Помпоны в итоге не окрашены в белый цвет. Но я думаю, что это не так страшно, ведь куколка просто очаровательная. А как думаете вы? Напишите в комментарии, что вы думаете насчет Apple White Epic Winter. Идет ли ей такая улыбка? Жду ваших комментариев, а также лайков. Be cool and crazy! Пока-пока!